Мы не хотим быть очередным обычным островом. Мы хотим быть особенным, тем самым островом. Я даже соприкоснулся с миром мафии. Я бегал по обрывам, лежал в кратере потухшего вулкана. Здесь нет преступности. Мое поведение было похожим на поведение 10-летнего ребенка. Это то место, куда хочется возвращаться. Друзья, всем привет! С вами Анатолий Таев. Я являюсь основателем компании Migronis, которая помогает получить гражданство и вид на жительство за инвестиции. Но в этом ролике речь пойдет не о моем бизнесе, а о моем самом любимом месте в Португалии. Это Азорские острова. Азорские острова находятся в самом центре Атлантики, и сюда доезжают немного туристов. Еще намного меньше людей рассматривают это место для жизни. Я пробыл здесь 3 недели и исследовал остров на предмет инвестиций, пообщался с местными жителями, исследовал медицину на своем личном опыте. Об этом также мы сегодня поговорим в этом ролике. В общем, если о туристических Азорах есть очень много информации в интернете, ролики на YouTube, прекрасные картинки, много статей, то сегодня вы узнаете абсолютно о других Азорских островах. Азоры для жизни и инвестиций. Итак, начнем с того, что из себя представляют Азоры. Это 9 островов, которые находятся в центре Атлантики. Население этих островов 250 тысяч человек. Среди них 150 тысяч проживают на самом главном острове Сан-Мигель. Острова отлично соединены между собой авиасообщением. А из главного аэропорта, который находится на острове Сан-Мигель, можно добраться прямыми рейсами в такие города, как Бостон, Лондон, Лиссабон, Мадейра. Также есть сезонные рейсы в Брюссель, Амстердам. И не знаю зачем, но даже существует прямой рейс на Канарские острова. Даже на самом маленьком острове архипелага, который называется Корву, на котором живет всего лишь 400 человек, тоже есть аэропорт. На Азорских островах достаточно хорошо развита медицина, и на главных из островов есть медицинские хабы. И на всех островах есть школы и садики, и на одном из островов даже есть университет. Как только я прилетел на Азоры, практически сразу же отправился на остров Флорес, выбрал там отель, который есть на острове. Это был эко-отель, и когда я приезжаю в новые места, мне всегда интересно познакомиться с владельцами отеля. И я спросил на чекине, может ли мне администратор познакомить с собственником отеля. На что он ответил, что я являюсь собственником отеля. Потом, когда мы разговорились, я узнал, что он и девелопер отеля, он и собственник, он и на чекине. В общем, он все. Это неудивительно, потому что на острове Флорес живет всего несколько тысяч человек. У нас получился очень интересный разговор. Итак, я с Флориша. Вы живете здесь с рождения. Я родился в деревне на южной части острова, так что я местный. Я не жил здесь несколько лет, но это место у меня в крови. Так что мы вернулись, когда пришло время. И теперь мы управляем бизнесом. Это первое место в Португалии, классифицированное для сельского туризма. До нас у этой классификации не существовало ни требований, ни законов. И мы были первыми во всей Португалии. Поначалу мы старались нанимать людей только с острова, но теперь это очень сложно. Так что приходится нанимать людей и извне. Но это тоже очень хорошо, так как сюда приезжает молодежь, чтобы здесь жить. Население острова падает, так что важно привлекать сюда людей, чтобы они жили в этом замечательном месте. Собираетесь ли вы искать на этом острове другие возможности для открытия отелей? Мы инвестируем в еще одно место в 3 километрах отсюда. Но это будет уже другой вид туризма. Этот больше про наслаждение природой и историей, а там будет современная
здание перед морем. А еще будет ресторан. Так что в итоге мы будем управлять двумя местами сразу. Также у нас есть идеи по покупке еще нескольких территорий. Но самая главная идея — это открывать только небольшие предприятия и заведения. В частности, небольшие отели и рестораны, а не громадные курорты. Как бы вы оценили Флориш в качестве туристического направления? Флориш мог бы им стать, но для острова будет намного лучше, если его оберегать и не пускать сюда слишком много людей. Особенно учитывая кризис, в котором мы все живем, из-за которого люди будут все больше присматриваться к таким отдаленным и изолированным местам. Я думаю, что как только все вернется в норму, такие места будут пользоваться огромным спросом. Так что оберегать остров станет настоящим испытанием. Мы не можем превратить Флориш в что-то наподобие Канарских островов. Или даже Мадейры. Или Мадейры, например. Потому что как только это произойдет, Флориш станет обыкновенным островом. Так что мы не хотим быть очередным обычным островом. Мы хотим быть особенным, тем самым островом. У нас здесь хорошее здравоохранение. В серьезных случаях власти присылают самолеты военно-воздушных сил, которые отвозят пациентов в госпитали на больших островах. Но даже с учетом полета на самолете, мы добираемся в госпиталь быстрее, чем люди в других местах и странах с государственными больницами. А так как людей здесь живет немного, доктора запоминают всех по имени и кто чем занимается. Так что получается что-то вроде семейных отношений. По-моему, на острове отличная инфраструктура как для визита, так и для жизни здесь. У нас отличные дороги ко всем главным достопримечательностям, озерам и водопадам. Их также очень легко найти на карте, если вы хотите их посетить. Можно просто сесть в машину и исследовать весь остров. Если вам по душе такой простой способ. Но для любителей приключений и походов с рюкзаками здесь куча интересных мест для исследований. И в большинстве из них есть водопады, которые можно найти, только если надеть рюкзак, отправиться в заросли и самим проложить себе путь. Так что наш остров подойдет и тем, кто любит простые путешествия, и любителям приключений. Что касается национальных премий, мы были сильно удивлены. Мы, как вы заметили, небольшая компания с маленького отдаленного острова. Так что сама идея соревноваться с большими инвесторами и компаниями с материка нам казалась безумной. Но мы все равно победили. А еще больше нас удивило, что мы победили на национальных премиях два раза. В 2018 и 2019 году. Для нас это было неожиданно. Но сложно представить лучшую награду за наши усилия. Это доказало нам, что мы на правильном пути, и что не обязательно тратить миллионы, чтобы чего-то достичь. Иногда внимание к простейшим вещам и деталям играет важнейшую роль. В прошлом году у нас остановилась пара, и парень сделал здесь девушке предложение. Конечно же, мы об этом не знали. Пару месяцев назад она нам написала в Инстаграме и попросила координаты конкретно этого стола. Она хотела сделать татуировку с координатами, где парень сделал ей предложение выйти замуж. Так что моя жена подошла к столу, запрыгнула на него и отправила фото с координатами, чтобы девушка была уверена, что это точно именно то место. Теперь у нее есть татуировка с координатами этого стола. Это же потрясающе! А еще, например, у нас есть бразильский продюсер, который хочет снять в этой деревне часть своего фильма, где он рассказывает про прошлое и про колонии Португалии.
Он собирается снять на время все это место. С каждым годом мы тратим все меньше денег на рекламу, потому что получаем много бесплатной рекламы от журналистов, блогеров, инстаграмеров. Это очень круто. Здесь все понемногу обретает форму. Это будет частный дом с кухней. Он идеально подойдет, чтобы проводить время с семьей или друзьями. А здесь будет самый западный отель в Европе. Это самая западная точка? Да, это самое западное место в Европе. Дальше только Америка. Дома будут продаваться отдельно, по одному. Либо же мы продадим сразу половину домов. Сколько примерно стоит такой дом? Если бы мы сейчас его продавали, то цена бы начиналась где-то от 150 тысяч евро за те, что подальше от океана. А те ближе, в первых рядах, стоили бы 190 тысяч. Цена за аренду дома на день 145 евро. Каждый из них вмещает семью до 4 человек. Какой уровень заполненности вы ожидаете? В первый год около 50%. Но потом хотелось бы выше 60%. От 60 до 65% было бы вообще идеально. Эти дома — отличное предложение для жизни на острове за хорошую цену. Двуспальная кровать, но здесь все еще небольшой бардак. Это будет небольшая гостиная. Представьте, вы сидите здесь, слева от вас вид на океан, а если вы подойдете к окну спереди, то увидите этот замечательный вид. На небольшой кухне есть все, что вам может понадобиться, а спальни находятся внизу. Маленький шкаф, ванная, это побольше, а здесь главная спальня. Португалия сейчас переживает большой бум, связанный с инвестициями и золотой визой. Что это означает? Вы, как инвестор, можете купить любую недвижимость в Португалии на сумму больше, чем 500 тысяч евро, или купить недвижимость за 350 тысяч евро, которая подлежит реконструкции, построена 30 лет назад, или вложить 280 тысяч в недвижимость, которая подлежит реконструкции и находится в отдаленных регионах. Взамен вы получаете вид на жительство, которое дает возможность переехать в Португалию или путешествовать по любой стране Шенгенского соглашения, даже сейчас в условиях ограничений. Это подходит для тех, кто хочет путешествовать свободно, переехать и получить такую хорошую степень свободы. И вторая категория людей, кто пользуется золотой визой, это девелоперы. Как и в любом девелоперском бизнесе, есть разные варианты привлечения денег. Вы можете инвестировать часть своих денег и привлечь деньги клиентов. Вы можете взять кредит в банке, можете обратиться в фонды. И в каждом из случаев будут какие-то ограничения. Или проценты по этому кредиту, или условия по строительству. В общем, есть всегда что-то, чем нужно за это заплатить. Что дает золотая виза? По условиям программы клиенты сначала должны заплатить деньги девелоперу, и эти деньги беспроцентные, и только после этого они имеют право получить вид на жительство. Именно из-за этого сейчас строится большое количество объектов. В основном это отельные сети, жилые дома, которые могут сдаваться в туристических целях. Они находятся во всех регионах страны. Это и Алгарве, и Порту, и Лиссабон. Такие проекты уже есть и на Мадейре. И это отличная возможность привлечь деньги инвесторов, по которым не нужно платить процент за использование этих средств. Что это дает? Это дает возможность девелоперу оперировать сразу несколькими проектами, получая инвестиции наперед у таких клиентов. И таким образом получается некий вин-вин. Те люди, которые хотят инвестировать деньги и без виз путешествовать или переехать в Европу, получают вид на жительство, который через 5 лет может конвертироваться в паспорт при знании языка. А девелоперу это дает возможность привлекать большое количество иностранных денег и не платить за них банковский процент. И мне, как человек, который занимается золотыми визами и знает десятки проектов по всей стране, казалось, что об этом способе привлечения денег должны знать, ну, как минимум, не знаю, большая часть девелоперов. Когда я попал на Азоры и поинтересовался у Сильвио, каким образом он привлекал средства, я, честно говоря, был в шоке, потому что он вкладывал свои деньги и получал банковские кредиты. Но самое главное, что меня очень удивило, что он даже не знает о существовании программы «Золотая виза Португалии». Вся эта собственность была идеальной возможностью для нас, потому что мы очень хотели место именно в этой части острова. Но из-за того, что компания закрылась, возникло много проблем. И как только они выставили все это на продажу, нам пришлось действовать быстро. Мы закрыли свой бизнес меньше, чем за месяц. Просто поставили цену и сразу продали. Сразу сели на самолет и подписали все бумаги. Так что времени на поиски инвесторов не было. Пришлось брать займ в банке и вкладывать свои деньги.
And yeah, all in. Let's go for it. Идти ва-банк. Если вы девелопер, если вам интересно развивать свой бизнес за границей, обратите внимание на программу «Золотая виза». Это возможность не только привлечь деньги инвесторов, но также это дополнительный спрос на продажу такой недвижимости для тех людей, кого интересует переезд в эти страны. Ну и в конце концов, если вы девелопер и вам нравится ваш бизнес, и вы хотите переехать и не знаете, чем вы будете заниматься в новой стране, то, как по мне, это отличный способ развиваться в том, что вы уже хорошо умеете, и масштабироваться на новых рынках. Если у вас есть вопросы по этой теме, задавайте их в комментариях. Еще одна причина, почему этот ресторан будет уникальным, это вид и местность. Сейчас вид — это всего груда камней и океан. Но представьте, каким он будет, когда все будет закончено и наступит закат. Представьте, как будет выглядеть любой ваш прием пищи здесь. Вон тот водопад, например. Поссо де Бакальяо. Под ним можно плавать. Там можно купаться? Да, там внизу образуется большое озеро. А еще в океане есть природные бассейны, всего в 50 метрах перед нами. Это вы? Да. Этот вид редко можно встретить в этой части Атлантики. Обычно я ныряю где-то в 2 милях от берега. Ловить такие уникальные моменты всегда незабываемо. Класс. Спасибо большое. Представьте себе место, с которого открывается просто сумасшедший вид на озера, на потухшие кратеры вулканов, вокруг лес, ели. И единственное место, где можно было построить отель, это... Да, это заброшенный отель. Честно говоря, когда я увидел этот отель, я не мог поверить, что в таком крутейшем просто месте можно было довести менеджменту состояние отеля для того, чтобы внутри жили какие-то белки, птицы, и по крыше можно было свободно разгуливать. И до сих пор пока еще никто не взялся за реконструкцию. Если бы точно такое же место было где-нибудь в Алгарве или в Лиссабоне или в Порту, оно бы уже давным-давно было кем-то куплено и реконструировано в какой-нибудь хороший новый отель. По слухам, этот заброшенный отель купила какая-то девелоперская компания из Китая, и я считаю, что это просто шикарнейшая находка, если это действительно так. Тут может появиться классный 5-звездочный отель, который, я уверен, что будет стоять очередь из клиентов, потому что таких мест, в принципе, на Азорах достаточно немного. И в целом, если говорить про Португалию, здесь очень много запретов на строительство, на высоту строительства, также много заповедников, и тут не разгуляешься, как в Испании, где каждый квадратный метр может быть просто застроен. Это, кстати, один из моментов, который мне было очень интересно исследовать на Азорах. Здесь нет еще пока сетевых отелей мировых брендов. Есть местные сетевые отели, но пока еще большой отельный бизнес не пришел на острова. Я считаю, что это очень крутая возможность для тех, кому интересно проинвестировать в такие места. И наверняка рано или поздно здесь появятся сети отелей. И, возможно, кто-нибудь из тех, кто смотрит этот ролик, станет тем стартапером, кто задумает эту интересную затею, как известный португальский стартапер Христофор Колумб, который вообще ехал непонятно куда. Или первая волна эмигрантов, которые ехали осваивать золотые рудники в Соединенных Штатах Америки. В общем, Азоры — это реально очень прикольное, необычное направление для инвестиций. Кстати, государство дотирует бизнесы, которые приходят на Азоры. Есть налоговые льготы. Видимо, именно поэтому здесь было построено большое количество дорог отличного качества. Вы едете по национальному парку, вокруг ничего нет, даже смотровых еще нет на островах. Но зато это отличная асфальтная дорога, везде шикарные виды.
На острове Сан-Мигель есть большой кратер, внутри которого еще 5 или 6 кратеров. Внутри этих кратеров красивые озера. Мы увидели там парапланеристов. Кстати, на всех островах много точек для этого вида спорта. Еще один интересный факт. На Азорских островах практически нет пляжа. Это вулканические острова. Но мы нашли одно место, которое популярное среди серферов. Отель, который находится в месте, где есть черный вулканический пляж. То есть даже сюда едут серферы, несмотря на то, что как бы, инфраструктура, казалось бы, не развита, это место не супер популярно. Еще Азоры очень классно подходят для велоспорта, поскольку дороги все абсолютно идеальные на всех островах. Вы можете выбрать себе как дорогу с большим перепадом высоты, так и флэт. То есть выбор достаточно большой. Ну, не говоря уже про бег, хайкинг. Ровно год назад я был на Карибских островах, где я делал обзоры проектов недвижимости, которые появились там благодаря паспортным программам. Я заметил очень интересную деталь. Например, если возьмем Доминику, это остров, который совсем маленький, куда даже не летают международные рейсы, не путай, кстати, его с Доминиканой. Именно благодаря программе гражданства за инвестиции на этом острове появились первые 5-звездочные отели. Раньше там не было абсолютно ничего, и сразу вырастали такие бренды, как Кемпинский, строится еще несколько больших отелей мировых сетей. Это все благодаря программе. И на той же Доминике больше 25% ВВП в целой страны приносит именно программа гражданства. В Португалии тоже есть подобная программа, это золотая виза, по ней можно получить вид на жительство здесь. И если взять материковую Португалию, то уже очень большое количество проектов строится вообще в целом по всей стране. А на Азорах я не слышал ни об одном интересном кейсе. А сейчас 2 секунды рекламы. Моя компания занимается золотыми визами. Все, как я обещал, 2 секунды. Поехали дальше. За неделю до того, как я отправился на Азоры, я познакомился с местным португальцем на тусовке любителей ретро-машин. И мы разговаривали с ним о досуге, о кухне Португалии. Когда он спросил, куда я планирую поехать в следующие выходные, я сказал, что это будут Азорские острова. И он порекомендовал мне обязательно попробовать местный моллюск, который подают только на Азорских островах. У нас есть кракаш, у нас есть кавакш, kind of lobster, and you have лапш. А еще на Азорах я познакомился с очень крутым шеф-поваром. Я шеф уже больше 16 лет. Я готовлю как для обычных гостей, так и для важных персон. Когда я был в Мадриде, то готовил для всего Реал Мадрид. А в Лондоне для разных теле- и радиознаменитостей. В России готовил для Медведева. А, кстати, когда спросил, кто еще были твоими клиентами, он сказал, еще некоторые члены российской мафии. Я даже соприкоснулся с миром мафии. Я спросил, кто это, и он сказал, что если я расскажу, кто это, ему отрежут палец. Он пригласил нас в ресторан, он работает шефом, мы очень вкусно поели, и я задал ему вопрос, а сколько будет стоить приготовить для компании 4-6 человек, на что он ответил 200 или 250 евро. Все зависит от продуктов и того, что вы хотите получить. Так что цена варьируется от 50 до 100 евро. Я спросил, окей, на какую сумму нам еще нужно будет купить блюдо и вино? Он говорит, ну это как бы все включено. Вы не ослышались, 250 евро для 4 с едой и с вином от крутейшего шеф-повара. У меня огромный опыт.
Вообще еда в Португалии — это тема отдельного ролика, который сейчас готовлю. После того, как мы сделали съемки на протяжении, наверное, дней 50 по всей стране, только наш дрон налетал больше, чем 1200 километров, и мы отсняли порядка 3 терабайт материала. Поэтому мы решили выбрать самые-самые лучшие моменты про кухню. Ждите, скоро на канале будет очень крутой ролик про еду в Португалии. Как вы уже успели убедиться, Азорские острова — это просто что-то уникальное. Это очень красивый архипелаг, и я бы рекомендовал сюда приехать минимум дней на 10 и посетить хотя бы 4 или 5 островов. Но что на меня произвело наибольшее впечатление, это полуостров, который находится на Фаяле, который образовался в 57 году после извержения вулкана. Это извержение длилось больше одного года. За это время большое количество людей эвакуировались с острова. И когда я гулял по этому полуострову, меня посетило сразу две интересные мысли. Первое — это то, что я, в принципе, никогда ничего подобного не видел ни в одной из стран мира. Это невозможно сравнить ни с чем. Я бегал по кратеру, по обрывам, по пляжам, которые появились на этом полуострове. Лежал в кратере потухшего вулкана. Мое поведение было похоже на поведение, не знаю, наверное, там, 10-летнего ребенка. Я думаю, в этом месте очень хорошо бы, кстати, смотрелся какой-нибудь отель в космическом стиле. Вероятно, это тут не произойдет, потому что этот полуостров является заповедником и защищается португальским правительством. Кстати, как вы видите на этих кадрах, часть этого полуострова уже начинает зарастать какой-то мелкой травой, только на одном из склонов. Когда мой ребенок спросит меня, а как появились горы, каньоны, реки, откуда взялись они обычные ландшафты, то, наверное, первое место, куда я его повезу, это будет этот полуостров, потому что именно в таких местах интересно изучать, как появлялась жизнь на Земле. И в этом месте, кстати, есть очень интересный музей. Он находится под маяком, который власти сохранили как память об этом извержении. И в этом музее рассказывается не только то, как появился этот полуостров, но и в целом о вулканической активности на всей Земле. Мне настолько понравилось это место, что я даже поменял билеты и улетел на следующий остров только на второй день. В начале ролика я упомянул о том, что мне пришлось воспользоваться услугами азорской португальской медицины. В общем, было это так. Пока я искал отличное место для того, чтобы сделать кадры заката на одном из вулканов, бегал по холмам и в итоге подвернул ногу. Она очень быстро распухла, и мы поехали в больницу скорой помощи. Она была буквально в 15 минутах езды. И я подождал в очереди еще, наверное, минут 40-50. Мне сделали рентген. У вас вывих стопы. Повреждена передняя таранно-малоберцевая связка. Слава богу, в итоге ничего серьезного, только вывих. Всего лишь полтора часа. Рентген, осмотр и рекомендация повязка и лед. This one, it's one in the morning after breakfast. And the other one after dinner. Я отделался легким испугом и 120 евроми, потому что на тот момент я еще не имел португальской страховки. Со страховкой, я думаю, мне бы обошлось это 5-7 евро. Мой случай не такой уж и сложный, и слава богу, это произошло на острове Сан-Мигел, где все окей с медициной. Но что делать тем, кто живет на острове, где всего 400 человек, где один доктор, и если этот доктор еще, не дай бог, заболеет ковидом, то, собственно, медицины на этом острове нет. На этот случай португальское правительство бесплатно обеспечивает военные самолеты, которые из основных хабов, из нескольких островов, вылетают за такими пациентами, доставляют их на большой остров, и все это для таких пациентов бесплатно. В случае, если что-то серьезное происходит, то могут доставлять также на материк. Пример одного из таких госпиталей, он находится на острове Фаял. Это современный, недавно построенный медицинский центр, куда доставляют больных из соседних островов. Я тут недавно прочитал, что для того, чтобы канал хорошо рос и развивался, должно быть достаточное количество лайков и комментариев. Поэтому, если вам нравится мой контент, ставьте лайк и задавайте вопросы о Португалии. Я готовлю большой выпуск о Португалии, он выйдет уже этой осенью. И я выберу самый интересный вопрос и обязательно раскрою его об этом выпуске с упоминанием автора. Если вы думаете, что я знаю уже абсолютно все о Португалии, вы ошибаетесь. Поэтому ваши вопросы для меня очень важны. Буду благодарен за них в комментариях. Пишите. Лично я не рассматривал для себя Азоры для жизни. Более того, у меня уже был опыт жизни на острове Флорианополис в Бразилии, поэтому островная жизнь пока не для меня.
Но я абсолютно не исключаю, что я могу сюда переехать попозже, когда уже буду уезжать на пенсию. Но, кстати, не только пенсионерам интересно это направление. И сегодня мы поговорим с одним из таких экспатов, не пенсионеров. Я переехала на Азорские острова 3 года назад. Но впервые я здесь побывала 5 лет назад. Я была туристом и приехала сюда с группой. Тогда я работала в индустрии туризма, и мы решили посетить Азоры, потому что тогда это было новое, захватывающее направление. Помню, как искала новые места, и меня поразили фотографии этих островов и озер. Я тогда подумала, Азоры — это где? Где-то возле Австралии? А когда я обнаружила, что это возле Португалии, и часть индустрии туризма, я сразу поняла, что это место однозначно стоит изучить. Так что мы приехали сюда группой из почти 30 человек, чтобы попутешествовать. Нас очень поразила местная природа и тот факт, что здесь все сохранилось в первозданном виде, в отличие от Европы, хоть острова и являются ее частью. После этого я вернулась в Италию, где я тогда жила, и из-за изменений в бизнесе мы начали создавать оздоровительные программы. А когда мы с партнерами начали искать направления для выездов и оздоровительных программ, то в первую очередь искали места, куда можно отправиться из Европы, где можно насладиться природой, но при этом есть и развитая инфраструктура. Я тут же вспомнила про Азорские острова и поняла, что это идеальный вариант. А во время самих выездов я влюблялась в Азоры все больше и больше, так что в итоге я нашла для дочери частную школу с отличным летним лагерем и англоязычными учителями. Это была одна из первых находок, которые меня поразили. Вау, это чудесная и прогрессивная школа, подумала я. Частная? Да, частная, но по сравнению с нашим представлением о частных школах, она очень доступная, тем более учитывая ее уровень. Сколько стоит обучение, если не секрет? Я плачу за школу 250 евро каждый месяц. А качество обучения? Здесь, в конкретно этой подготовительной школе, очень много внимания уделяется на создание благоприятной атмосферы между детьми. Ну и уровень обучения на уровне тоже. А еще их очень хорошо учат общаться и взаимодействовать. Так что, когда они приходят в первый класс, то по-доброму относятся друг к другу. Вот, например, моя дочь 3 года ходила в класс с одними и теми же детьми. Сейчас они в 3-м классе, и у них все еще никогда не было драк, и никого никогда не унижали. Вообще, я думаю, что азорцы, я их так обычно называю, да и португальцы в целом, очень добрые. Они очень хорошие люди, я даже не знаю, как это описать. Они всегда готовы помочь и поддержать, а еще очень спокойные. Мне кажется, это даже заметно в их музыке, культуре, ну и, конечно, они любят детей. Здесь для меня не существует преступности. Ни по телевизору, ни по радио вы никогда не услышите об убийствах или насилии. Конечно, как и в любом обществе, здесь присутствуют определенные проблемы, но я с уверенностью могу сказать, что здесь моя дочь растет в безопасности во всех смыслах. У нас также есть достаточно хорошая и дружелюбная комьюнити родителей. Мы постоянно держим связь. Остров маленький, так что, естественно, мы пытаемся поддерживать друг друга. Социальное положение экспатриантов достаточно разнообразное, потому что мы все разные и не особо сильно зависим от местного общества. Иногда я работаю с транспортными компаниями, отелями и ресторанами, и я запросто пишу имейлы и общаюсь на английском. Иногда приходится общаться на португальском. Его я знаю не очень хорошо, но проблем ни разу не возникало. Мой бухгалтер отлично разговаривает на английском, как и юрист, и консультанты, и местные азорские партнеры. Сложность жизни на Азорах – это их размер. Это маленький архипелаг. Здесь не особо много возможностей, потому что большая часть земли и природы очень сильно оберегается. И я полностью поддерживаю такую позицию. Но мне кажется, что экотуризм, который здесь популярен, обработка земли и создание своей органической продукции также бы поспособствовало развитию культуры. Ну и у сферы недвижимости тоже огромный потенциал.
Что вам больше всего здесь нравится? Тут очень безопасно, опять же. Здесь я чувствую себя спокойно и свободно. А также мне нравится климат, потому что я не тот человек, который обожает жару. Летом тут не бывает выше 30 градусов, а зимы теплые и спокойные. 15, 17, 18 градусов. У нас здесь есть возможность добраться куда угодно в течение часа, будь это пляж для купания или лес для пробежек. Еще наш остров Сао-Мигель очень разнообразный. Если пожить на разных его частях, например, северной и южной, то складывается впечатление, что это разные страны. Меняется и климат, и ландшафт, который здесь особо разнообразен. Одна часть острова — это холмы и горы, а другая — сплошная равнина. Еда здесь также вкусная. Я обычно хожу на рынки, а не в супермаркеты. Фермерские рынки? Да, именно. Фермерская культура очень развита на Азорах. Люди стараются привносить и открывать что-то новое, когда они сюда приезжают. Особенно это касается их знаний. Так что они открывают эко-отели, благоприятные фермы и рестораны. Так что даже живя на Сао-Мигель, но путешествуя на другие острова, получаешь много удовольствия от туризма. Что вам здесь не нравится? Скорее всего, мне не нравится, что это остров. Чтобы куда-либо отправиться, надо лететь на самолете. На Лиссабон, а это самое популярное место для проведения выходных, есть 7 рейсов в день. Сколько до Лиссабона лететь? Думаю, около 2 часов. Цены обычно варьируются, но для жителей билеты в Лиссабон всегда стоят одинаково. Вообще, мне кажется, что города здесь не сильно урбанистичны. Это чувствуется, если вы приедете сюда, из Берлина, например, или Нью-Йорка, Лондона, где у вас был доступ к культурным мероприятиям, галереям, куче кинотеатров и социального взаимодействия. Я видел, у вас здесь есть хороший кинотеатр. Да, у нас есть кинотеатр. Да и в целом, у нас есть все, что нужно. Просто это необычная городская местность. У нас отличная инфраструктура. Хоть и мои клиенты даже иногда спрашивают, есть ли тут парикмахерские, маникюрные и свадебные салоны, когда приезжают сюда надолго. А что насчет качества всего этого? Как и везде. Надо найти то, что подходит вам. Сао-Мигель – самый развитый остров в плане инфраструктуры. У нас много парикмахерских, частных медицинских лабораторий и аптек. И да, у нас есть маникюрные и мейкап-салоны, да и вообще все, что угодно. Вы найдете то, что вам нужно, просто сначала придется поискать и попробовать разные варианты. А если вдруг экстренный случай? В худших случаях или когда местное отделение больниц не в состоянии помочь, государство присылает военные самолеты и полностью покрывает расходы на полет до Лиссабона. Так мы чувствуем себя в безопасности, если вдруг что-то произойдет. Все туристы тоже получают любую понадобившуюся помощь. У нас еще есть прямые рейсы в Бостон из Порто-дель-Гадо. Перед ковидом, в разгар прошлого сезона летом, у нас были экспериментальные прямые рейсы в Нью-Йорк и Торонто, а еще во Франкфурт и чартерные рейсы из Бельгии, Дании, Нидерландов и Лондона каждую субботу. Вчера у меня был очень насыщенный день, потому что я побывала в 2 разных частях острова. Сначала мы с дочерью были в национальном парке, это лес в 30 минутах отсюда. Мы там выгуливали нашу собаку вокруг озера, а потом мы поехали в другую часть острова на пляж к друзьям. Так что в течение дня наш пейзаж сменился с леса на пляж, где дул прохладный ветерок. А потом мы отправились в местной ресторан, где часто бываем по выходным. Здесь, на островах, мне очень нравятся 2 времени года. Я обожаю зиму, потому что тут есть термальные ванны и горячие источники, где очень классно проводить время зимой. Это напоминает Японию, если вы там бывали и знаете о культуре онсенов, в которых вы лежите зимой в горячей воде и прямо чувствуете эффект оздоровления. А весной можно понаблюдать за китами, потому что это сезон китов. Так что получается своеобразный баланс всего сразу.
Мое впечатление об Азорских островах как о месте, куда хочется приехать, такое. Я сюда буду приезжать минимум 2-3 раза в год, каждый год. Всего лишь 2,5 часа мне лететь от Лиссабона. Это то место, куда хочется возвращаться. На Азорах настолько уникальная, красивая природа, и она настолько разная. Это и вулканы, и водопады. И когда я видел эти картинки перед тем, как выезжать, мне показалось, что это вообще какая-то другая страна. Это или Венесуэла, или Гавайи, или местами Таиланд. То есть все это можно найти в одном месте. Во время съемок одного из водопадов на острове Флорес мы подошли настолько близко к обрыву, перед нами открылось просто невероятный вид на этот водопад. И меня очень удивило, что туда даже нет смотровой дорожки. То есть есть дорога, которая проходит буквально в 100 метрах от этого места. И попасть туда можно только пробираясь через кусты, колючки, высокую траву. Второе интересное место тоже было на острове Флорес. Мы просто уже поехали по дорогам в поиске каких-то мест, потому что даже многие красивые точки, они не отмечены на карте вообще никак. Вместе с тем, идеальная инфраструктура, отличные дороги ведут туда. По этим дорогам практически не ездили машины. Мы нашли одно из таких мест, сделали там также съемку. И это говорит о том, что такое отличное подспорье для того, чтобы путешествовать на машине с хорошей инфраструктурой и вместе с тем чувствовать 100% уединенность. То есть мы за время поездок на машине по острову встретили десяток машин. И мы были во время сезона, то есть это не был сезон дождей. Это был нормальный период для путешествий, уже границы были открыты. Я был на 4 из 9 островов, хочу посетить все эти острова. А также меня очень заинтересовал остров Корву. Это самый маленький муниципалитет Португалии, где живет всего лишь 400 человек. Туда можно добраться на самолете. Можно также доплыть на лодке. Что я еще не успел посмотреть, но это обязательно сделаю в этом году. Можно выехать на лодке и посмотреть на китов. В принципе, абсолютно из любого острова. Я думаю, что Азорские острова – это очень крутой, недооцененный архипелаг, который очень хорошо может вырасти в последующие 5-10 лет. Лично я точно буду изучать его для себя и, скорее всего, инвестирую свои деньги в строительство какого-нибудь проекта на этих островах. Друзья, надеюсь, это видео было интересно и, самое важное, полезно для вас. Если у вас остались вопросы, я думаю, они у вас есть, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на мой канал, дальше будет еще много чего интересного и про Азорские острова, и про Португалию в целом. До встречи в Португалии, пока!